мечи. Мы любим свой город и будем рады рассказать вам о нем. Омск был заложен русскими землепроходцами в 1716 году в месте впадения Оми в Иртыш. Омь дала городу имя, а Иртыш – жизнь. Ведь он издавна связывал город с лесным севером и хлебным югом. Порт наш самый крупный на Иртыше. Сотни тысяч тонн грузов идут с его причалов газовщикам и нефтяникам Сибири и земледельцам юга. Мы живем на перекрестке железных дорог, которые расходятся от Омска на Урал, в целинные степи Казахстана, на Дальний Восток. Авиалинии еще больше расширили связи города, приблизили его ко многим районам нашей огромной страны. А мечей уже больше миллиона, и каждый по-своему может рассказать об Омске. Всю свою жизнь я учу детей и сажаю деревья в этом степном уголке Сибири. В моей памяти сохранился старый Омск с печально знаменитым каторжным острогом. Прошли через него ссыльные декабристы. Стены острога видели все поколения русских революционеров. Здесь 4 года отбывал ссылку Федор Михайлович Достоевский. Он писал тогда брату: «Омск – гадкий городишко, деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Городишко грязный, природы я не видел. А сегодня наш Омск называют городом-садом. В нем более 400 скверов. И мне радостно осознавать, что в этом есть частица труда моих учеников, да и моего». Но не только парками и садами знаменит наш город. Это прежде всего город-труженик. Многих омичей знает вся страна. Вера Сергеевна Лебедева, герой социалистического труда, работает на нефтеперерабатывающем комбинате. Наш комбинат – одно из ведущих предприятий города. Он был построен, когда к Омску подошел нефтепровод с Урала. Теперь мы работаем на своей западно-сибирской нефти. В нефтехимический комплекс Омска входит несколько производств. Нефтепереработка, производство синтетического каучука и волокон и большой шинный завод. Он обувает велосипеды, троллейбусы, самоходные комбайны и автомобили. СИП-завод не менее знаменит. С него началось машиностроение в Омске. А сегодня машиностроители – самый большой отряд рабочих нашего города. Выпускаем моторы и детали для тракторов, различные станки, строим и ремонтируем суда на верфях. Машиностроителей у нас действительно больше всего. Но ведь мы омичи, потомственные кожевники, мукомолы. Наш элеватор хранит хлеб Сибири и Казахстана. У нас делают эти теплые модные шубы, узорчатые ковры. Город непрерывно строится. За последние годы Омск повернулся лицом к Иртышу. На месте старых складов, лесоперевалочной базы, лесопильных заводов построена прекрасная зеленая набережная. Нашему пляжу, протянувшемуся почти на 20 километров, может позавидовать любой город. За рекой поднимаются кварталы новых жилых районов. Перестраивается, украшается новыми зданиями центральные улицы. Вот и кончается день, который мы провели в городе над Иртышом.